Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор покупок из магазина Fix Price. Здесь я совершила не какие-то тематические покупки, которые связаны с Новым годом, либо еще с чем-то. Это просто хозяйственные покупки, которые я совершила в этот раз. И если вам интересно узнать, что я купила, тогда вас приглашаю к просмотру. Начнем с того, что в нашем магазине Fix Price сейчас существует разная политика цен, то есть от 50 и до 100 рублей, то есть там цена 50, 55, 77 и, по-моему, 99. Ну так вот, девочки, первое, что я купила за 50 рублей, это был вот такой вот гель Sanfor. Это обычный гель, который представлен в магазине Fix Price, его объем 750 мл. Как вы знаете, я его люблю использовать в уходе за своим домом, я люблю... Оно мне точнее нравится, мне нравится по густоте, мне нравится упаковка, мне нравится носик, мне все в нем нравится. А в магазине Fix Price мне еще понравилась и цена, поэтому я не смогла пройти мимо и купила его. Так что вот так вот. Следующее, что я купила, и это были средства уже личной гигиены. И я не знаю, показывать вам это или нет, потому что это настолько личное, это, мне кажется, даже в какой-то степени интимное и деликатное. Но все-таки совершила покупку, нужно показать первый раз, тем более. Это гигиенические прокладки Ола Люкс с серебром, и они имеют сеточку. В общем, решила попробовать за 50 рублей, почему нет, думаю, блин, ну... Надо как-то экспериментировать и решила взять. Если вы берете такие вещи личной гигиены в магазине Fix Price, пишите в комментариях, потому что я одна такая или нас много. Мне было очень интересно узнать, что они из себя представляют. И, конечно же, попробую. И, ну, не знаю, говорить, наверное, уже точно об этом не буду. Следующее, что я купила в этом магазине, это был вот такой вот роллер. Он стоил 55 рублей. В общем, это роллер для лица. Их... марки Love Line. Он предназначен для простого массажа лица. Сделан он из твердого пластика. Вроде бы выполнено качественно. Ничем не пахнет. И, в принципе, ну, знаете, вот я его сейчас провожу. Он вообще как бы такой вот... Ну, не, я еще не понимаю, что как он должен быть на лице. Чувствовать мы его должны или он просто должен елозить. В общем, вот такой вот приятный. В ручке он лежит. Пластик матовый. Пока вроде бы неплохо. По первым впечатлениям очень даже неплохо. Следующее, что я взяла из косметического, это было вот такое вот облепиховое масло. Состав у него это простое облепиховое масло. 200 мл за 55 рублей. Фирма Мирола. Все запечатано, все хорошо. Нигде ничего не протекает. В принципе, вроде как бы неплохо. Я хочу его использовать и для лица, и для тела, и, может быть, даже волосы им помажу. Посмотрим, как будет. Срок годности у него все нормально с ним, так что если вы берете такие средства, масла, работают они на ваших волосах, вам нравится или нет, потому что я первый раз, по-моему, беру такое масло в магазине Fix Price, и мне интересно узнать ваше мнение, как оно, если вы берете, работает ли оно на вас. Следующее, что я взяла, точнее не я взяла, а мой супруг, это был Iron Brew. Ему нравятся данные напитки, он его взял, попробовал, сказал, вроде бы вкус такой же, какой был, цена его 25 рублей. Единственное то, что весь вечер у него была отрыжка, и мне это очень сильно не нравилось, но ему понравилось, он побаловался, почему и нет. Следующее, что я купила, и... Это моя повторная покупка, это такие просто милейшие корзинки, просто мимимишные. Мне они настолько понравились тогда, когда я их взяла первый раз, и я решила их повторить. И взяла их опять в белом и голубом таком бирюзовом цвете. Мне они очень нравятся, они ничем не пахнут, и они очень хорошо разбавляют интерьер. Но мне, по крайней мере, вот сейчас хочется чего-то такого ванильного, зефирного, такого какого-то очень романтичного. Здесь очень милые кружавчики, которые хорошо выполнены. Пластик, не скажу, что твердый, но в принципе приемлемый, и он держит форму, то есть как бы сюда можно что-то положить и в этом можно хранить. Следующее, что я купила, и я была просто очень довольна, потому что данные корзинки я нигде не встречала за такую стоимость. Это была корзинка вот такая вот хозяйственная, она стоила 99 рублей, она сделана из достаточно толстого пластика, ну, по крайней мере, он хотя бы не такой тонкий, который присутствовал раньше в магазине Fix Price, и все мы скупали там, по-моему, даже за 40 рублей эти тонкие белые разноцветные корзинки.
не корзинки даже, они как форма ящичков были. Вот эти намного получше сделаны, производство у них. Татарстан, Республика Татарстан, то есть мы практически внутри своей страны стали делать такие штучки и покупать их за приемлемые цены. Очень хорошие, я их взяла, к сожалению, только две, и при любой возможности, которая у меня возникнет, посетить этот магазин снова, я возьму, наверное, их повторно, потому что это очень удобно, очень практично здесь что-то хранить, они достаточно, как видите, вместительные, удобные, имеют ручки, не имеют никакого... Запах, кстати, очень удивительно для магазина Fix Price это. Ну, очень классные штучки, которые я с удовольствием возьму еще раз. Это тоже Татарстан, и это Татарстан. То есть эти корзинки выполнены в Республике Татарстан, и выполнены они очень хорошо, они меня цепанули. Ну вот, девочки, это были все мои покупки из магазина Fix Price. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Также не забывайте подписываться на мой Instagram, чтобы не пропустить там какие-то интересные моменты, с которыми я делюсь с вами. А если ты зашел ко мне, зритель, первый раз на канал, проходи по ссылкам внизу, которые я оставляю для тебя в инфобоксе, для того, чтобы ты знакомился с какими-то другими моими видео, которые, ну, по моему мнению, кажется, очень даже можно посмотреть. Ну что ж, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новых видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока!